спин. У меня сегодня, кстати, на лекции, читал я лекцию детям в прямой речи, там летний лагерь, и дети приходят. И я просто пользуюсь своими педагогическими навыками, меня иногда, значит, зовут, и я читаю им лекции. Я заметил, что многие крутят спин. Правда, как только им становится интересно разговаривать, они спин немедленно убирают. Я спросил, а зачем вы это делаете? Один маленький, самый такой бутуз, мне нагло сказал, да не нагло, а я бы сказал, важно, сказал, это антистресс. Я говорю, а что, у тебя стресс уже, что ли? А потом одна девочка сказала, не обращайте внимания, это из нас таким образом пытаются сделать армию идиотов. Мне очень понравилось. Я не думаю, что ваш